Смотровые площадки острова Тенерифе. Смотровая площадка Самара. Ударение на первое А. Так, вулкан Самара с левой стороны. Вот как гора. Здесь начинаются две пешеходных тропы. Вот впереди туристы идут, пешеходная тропа Самара. И есть направо, сейчас вот я объективом покажу, информационный щит. Там протяженность. Ну, по карте, если что, правая Абеки называется, номер 32 маршрут. Итак, кто желает пешеходными маршрутами воспользоваться на острове Тенерифе, можете в интернете, есть специальные сайты, очень подробно, с фотографиями, и в том числе на русском языке я видел. Или есть путеводители для пеших туристов с номерами дорог, протяженностью, сложностью маршрута и так далее. Вот эти две машины, судя по всему, как раз люди запарковали. Даже один зеркало сложил. Но я уже каждому видеоролике напоминаю, пожалуйста, внутри не оставляйте, не провоцируйте воришек вещи. Только в багажник. И если много машин, не светите какие-то дорогие вещи, что вы в багажник их перекладываете. Когда никого нет, ну, там можно все, там, фотоаппарат, там... Кстати, сами чехлы от фотоаппаратов и видеокамер тоже не оставляйте. Потому что он пустой, но по виду же не скажешь. Стекло разобьют все это время. Так, новый ракурс на остров Ла-Пальма. Если аккуратно дорогу перейти, будет остров Ла-Гомера. И уже лучше, вот сейчас... между остров и Лиеру. Так, сам фрагмент дороги для индивидуальных любителей путешествий на арендованной машине. Ширина дороги, вот сейчас как раз кто-то возвращается сверху стейды. Итак, ширина достаточная. Так, я буду стараться в разное время года, при разных погодных условиях, кто смотрит мои видеоролики, даже был в дождь, короткий ролик, так было запланировано, северной части острова, с отеля Санта-Круза, экскурсия так называемого последнего дня, через Тейду, в аэропорт Южный. Поэтому как бы день уже был заранее определен. И совпало с этим дождем. Ну, ничего. Как я люблю вспоминать слова из песни, у природы нет плохой погоды. Итак, смотровая площадка Самара.